Итак, всем привет, это прохождение номер 4 уже. Ребят, я в этом прохождении поставил усиление в настройках микрофона на 100. Проведу такой эксперимент, напишите, пожалуйста, в комментариях, как меня слышно, хорошо, плохо, так же. Я вот сам тестировал записи, как я себя слышу, то есть мне показалось, что абсолютно так же, никаких изменений. Странно. В общем, если вдруг что-то плохо или там, я потом, ну, уберу это усиление. Организовать сопротивление, ты должен кое-что знать. Есть несколько способов сделать это. Первый. Освобождай тех, кто попал в плен к сектантам. Может статься, эти ребята поддержат тебя, если помочь им. Второй. Уничтожай имущество святош, оно теперь повсюду. Черт! Да даже на этом острове уже два их алтаря. Третий. Помогай местным. Здесь полно тех, кто сражается с сектой по мере сил. Им пригодится твоя помощь. И последний. Если тебя так и тянет в бой, захватывай аванпосты святош по всему округу. Таким образом, у нас появятся базы, с помощью которых мы дадим отпор сектантам. Интересно. Прям как Джаги Талианс 2. У меня камеры по всему острову. Если где-то что-то происходит, я это вижу. Пока что поезжай на юг и убей всех эдемщиков, которые попадутся тебе на глаза. Ну и помоги тем, кому нужна помощь. Отбой. Так, секунду, сейчас запишу. Где тут освободить остров удачно? А, вот он вообще. Так, и куда же мне идти? Ну-ка на М. А, вот. Небольшой такой островок. Можно метки ставить, да? Вот на правую кнопку можно метки ставить. Ну давайте, ладно. Так, а на компасе-то где эта метка отображена? А, вот она не на компасе, она вот так показывается. Вот это что такое, алтарь или что? Ух ты какая, смотрите, с бронежилетом, с какой штучкой. Не крута ли тебе эта штука, слышишь? Поплавай. Выберите метательное оружие в секторе оружия. Держите Q. И нажмите среднюю кнопку мыши, чтобы метнуть предмет. Либо среднюю можно задержать, чтобы выждать переброс. Ну ладно, убедили. Попробую эту хрень метнуть. Ну, динамит у него нормально. Так, а тут тёлка была, я её вырубил. Тут что, трупы исчезают или я просто найти не могу? Мы кого-то убили здесь. Так, ладно, взорвать алтарь, да? Ускоритель. Так, а чё по нему, пальнуть или чё? А, вот взрывчатка, кстати. Ну-ка, попробуем метнуть. Ой. Это я чё метнул-то? Почему оно взорвало? Где взрывчатка, мне интересно?
глазах начинает троиться из-за вот этих... Какой-то газ тут. Это газ отупляющий, глюциногенный, что ли? Так. Вот этот тёлок. А, вот надо на среднюю кнопку мыши навёл. Ну и как мне взорвать? Ну понятно, взрывчатку можно, но... А можно ли просто стволом? Что-то там вроде вон загорелось, смотри. Еще что? Да, можно ствол. Отлично. А, кстати... Кстати, такой звук был, как будто из глушителя стреляю, или это просто центр службы охраны лесов. Ну-ка, на карте он тоже так показан? Центр службы охраны лесов. Ну-ка, секунду, я запишу. Окей. Давайте зачистим. Какие-то бочки, кстати, на бочках, по-моему, их символ этих придурков, да? Ну вот, на контейнерах их символ. Вот этот черный. Так, еще один алтарь, я узнал, где находится, да, вот. Ну что, как так пройти или так? Ладно, давайте вот. Ну, сейчас думаю, это религия. Твою мать! Слушай, я тут видел, как секта схватила какого-то парня у пристани. Если поможешь ему, может, он захочет составить тебе компанию. О, сюжетное задание. Это где? Пристань, а где? А, вот. Так, секунду. Надо. Так, секунду, освободите пленников и дайте отпор сектам. Ну ладно, погнали.
Чем же я такое заслужил? Помоги, прошу. Думал, сдохну ты. Спасибо. Ну-ка, секунду. Повеселимся? О, я его отряд пополнил, как минимум. Ну-ка. Имена у солдат тут дофига. Сектантами, они хранят там свою паскудную блажь. Убейте их всех. Пусть святоши знают, с кем имеют дело. Ключ. А что я включил, интересно? Дайте запишу. Так, ладно, что там за задание? До центра службы охраны лесов, а это как раз было же. Затонувшие сокровища. А, так я как раз лодочный сарай-то и запитал. Затонувшие сокровища. Ну-ка. Секунду. Дайте запишу. Слушай, да ты сорвал джекпот! Где-то тут тайник выживальщиков, в котором они нычут кучу полезного хлама. Да, только я там... О, вода уходит. Все правильно сделал. Какая-то лопата, какая-то хрень. Не знаю. А вот туда бы попасть было бы интересно. Выполнил отлично. Ух. Что это?
Если захочешь покрасоваться, можешь смастерить себе динамит. К счастью, у эдемщиков есть все необходимые материалы. До связи. А это что? Наверное, для винтовки. А, вот деньги-то, лоб. Так, это крафт. Что я нашел? Нельзя расслабляться ни на секунду. Секунду запишу. Ну ладно, пошли туда, наверное. Не заново, что они пришли. Нажмите G, чтобы приказать наемника перейти к указанию. Нажмите G, чтобы приказать наемника атаковать указанного противника. Если наемника не заметили, он пытается дальше действовать скрытно. Я иду. Берегись. Враг рядом. Скоро у нас будет столько мяса, сколько нужно. Ничего не взорвется. Туда переберусь. Вы отлично поработали. После такой головомойки святоши вряд ли вернутся. А пока вы там, осмотритесь. Может, есть выжившие. Почему бы и нет? Ну, крутой. Я хотят убить. Ох ты ж, черт, спасибо. Я вижу цель! Сектанты уже не первую неделю ошиваются вокруг острова. Похоже, они хотят обустроить базу на старой станции рейнджеров. Кажется, за мной приглядывают. Правда, спасибо. Этого завербовать не могу, но я его, по крайней мере, освободил. Умно. А, ну вот как раз дальше. Лагерь Рейнджер. Так, ну... Ладно. Наверное, я это видео пока загружу, а то и так тут много всего уже получил. Напишите в комментах, что так, что не так, как вам, ну, звук.